буквально спортивный зал. Сейчас в детском саду родничок ремонтируют раздевалки, входные группы, цоколь, делают отмостку и частично реконструируют кровлю. Проверить ход ремонтных работ приехал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Осмотрел и еще один детсад в Звенигороде. На территории «Солнышко» обустраивают 5 игровых площадок с мягким покрытием, которые будут соответствовать современным нормам безопасности. План работ в обоих дошкольных учреждениях составлен с учетом мнения воспитателей. По словам парламентария, работы находятся в самом разгаре и ведутся качественно. В одном детском саду у нас полностью он закрыт для посещения детьми, потому что, чтобы не совмещать строительные работы и образовательный процесс, дети перемещены в другой детский сад. Сейчас с учетом того, что лето, многие детки находятся не в детских садах, а где-то либо на отдыхе, либо еще где-то. Также в рамках рабочей поездки депутат проинспектировал ход капитального ремонта Звенигородского отделения Одинцовской областной больницы. В больнице в Звенигороде идет гигантский ремонт. Переделываются все, там, начиная от инженерных систем так, и заканчивая всей той необходимой начинкой, которая требуется для современной медицины. В настоящий момент уже осуществлен демонтаж коммуникаций. Планируется создание 8 операционных различного хирургического профиля, оснащенных современным оборудованием. Сдать объект планируют в первом квартале 2023 года. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».